Вы смотрите видео об отеле Makedonia Hotel. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Makedonia Hotel расположен в стране Греция в регионе Халкидики и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. Отель находится в Урунополе на полуострове Афон, в 150 метрах от подворья монастырей СВ. Афона напротив морского порта в 15 километрах от Иерисос и в 128 километрах от аэропорта Македония Салоники. Отель обновлен в 2013 году. Небольшой отель, расположенный в Г. Урунополе. Отдых здесь особенно ценят желающие расслабиться вдали от суеты городской жизни. В самом городке Урунополе находится Византийская башня, руины монастыря, а также музей христианства. На территории отеля имеется ежедневная уборка номеров, интернет, телезал. В номерах есть ванна, душ, душ, кондиционер, кухня, кухонный уголок в некоторых номерах, отопление, спутниковое, ТВ, российский канал, телевизор, телефон, фен, холодильник. Номерной фонд отеля состоит из всего 23 номера, single rooms, тильда 18M2, double rooms, тильда 18M2, triple rooms, тильда 20M2. В номерах центральное отопление, кондиционер, телефон, спутниковое телевидение, российские каналы, бесплатный Wi-Fi, доступ в интернет, сейф, бесплатно, фен, душ, холодильник. Есть номеры с кухонным уголком. Ежедневная уборка номеров. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть телезал, сейф, в номере, бесплатно, интернет, бесплатный Wi-Fi, доступ в интернет, трансфер, автобусная остановка в 100 метрах от отеля, кафе, кафетерий, ресторан, зал для завтраков с верандой, песчано-галечный, в 50 метрах, не оборудованный. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.